Почему мы сегодня не поедем быстро? Потому что смысла ехать быстро вот в этом автомобиле от Subaru я не вижу. Потому что это, не побоюсь этого слова, мой любимый автомобиль. И, наверное, мечта, которую когда-нибудь должна осуществиться. Ну, почему? Потому что это чисто седан. Subaru Legacy. С трехлитровым оппозитным двигателем. H6, соответственно. На автомате. В топовой версии. От Subaru. Я когда-то, лет, наверное, 7 назад, мечтал приобрести себе Ford Taurus. Мечта сбылась. Я на нем катаюсь и не жалею. А вот сейчас еду на автомобиле, который меня пленил, очаровал. Да называйте все любыми словами. Но еще раз вернемся к тому, что американские движки — это вот то, что ближе к 3 литрам. А здесь именно 3 литра. Просторный салон, который позволяет вам путешествовать, не напрягаясь. Ну, а если кто-то внезапно назад к вам присел, то, в принципе, в варианте Tiptronic мы недавно, не далее как 10 минут назад, дернули Audi A6. Нормально? По цене. Цена данного автомобиля от Tokyo Motors. Я еще раз напомню, что это топовая версия Subaru Legacy. В районе 50 тысяч долларов. Самая богатая комплектация — кожаный салон, CD-ченджер, подушки безопасности, 18-дюймовые фирменные субаровские диски, люк. Ну, в общем, с учетом того, что Тарасик прекратил выпускаться, наверное, заработаю немножко денежек и приобрету себе такой автомобиль. Но в этом автомобиле есть маленькая изюминка. Максим еще не пробовал, а мы попытались. Едем-то мы на летней резине. Автомобиль полноприводный. Есть магическая кнопочка отключения противобуксовочной системы. Ну вот сейчас мы попробуем это сделать. И вы наглядно увидите схему работы машины с выключенной противобуксовочной системы. Сейчас, секундочку. Немножко зацепим гололедика. Все, отключили. Автомобиль нам это продемонстрировал. И все, поехали. Да, вот вы... Ну, понятно, да? Небольшой заносик. Хотя машина гребет всеми четырьмя. А теперь инициализируем эту систему. Для этого немножко развернемся. Позволяет нам все-таки компания Tokyo Motors немножко фуриганить, показывать автомобили, скажем так, в непривычной обстановке. Ну, давайте теперь ее включим и поедем. Я попробую передать ощущения. Колеса немножко пробуксовали, потом включился дифференциал, и все, никаких проблем. Работа ABS настолько же изумительна. Вообще, конечно, очень приятно ездить в умной машине. Subaru Legacy в топовой версии — это, ну, скажем так, наверное, товарищ Менделеев, который открывает вам все преимущества полного привода.